Наши фанаты не хуже китайских. Певец Дмитрий Колдун из-за своих поклонниц в течение получаса не мог уехать с места концерта. Автобус просто окружила толпа девушек после того, как неопытный водитель выдал местонахождение певца. Он просто включил везде свет, хотя нужно было его выключить. Там улица неосвещенная, чтобы не было понятно, где кто. Вот, и эта толпа, она начала раскачивать автобус двухэтажный. Горячие фанатки Колдуна едва не опрокинули автобус. Почти час они не давали певцу уехать, и справиться с ними никак нельзя. Бывало так, что поклонницы просто забрасывали окна чем-нибудь. Один раз разбили, ну, не в комнате, а в гримерке концертного зала. Знаменитости часто жалуются и на буйных фанатов, и на свою тяжелую